Всем привет, с вами Ярослав. Сегодня мы разберем с вами бит Слава Мерлоу Фитл Джей Злой. Я над ним очень-очень старался, так что ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если вам понравится видео. А мы начинаем. Первое, что я прописал, это, конечно же, мелодия. Инструмент с этой мелодией, с сэмпла, я взял из моего драм-кита Ярис Драм-Кит. Сейчас давайте все вот это вот отключим, чтобы все было окей. И сейчас я вам покажу мелодию. Я над этим видео очень постарался. На это у меня ушло, наверное, часа два, чтобы я этот бит написал. Также есть вторая мелодия такая же, тут есть FX, это фильтр, она там такая приглушенная мелодия. Это где куплет LJ. Теперь мы с вами посмотрим хай-хеты. Хай-хеты у меня получились вот такие, их всего 3 штуки. Следующим мы рассмотрим эффект. Эффект он вот такой. Следующий это кик. Следующий это клэп. Клэп я взял из драм-кита Славы Мерлоу. Клэп Лил Пампа. Следующий это 808 бас. Думаю, вы слышали его в треке. Я его взял из драм-кита Славы Мерлоу, который ролик у меня есть на канале. Заходите на канал и можете посмотреть. Кстати, это самое популярное видео на моем канале, где я говорю про драм-кит Славы Мерлоу. Вот, мы добрались до этого сэмпла, где я добавил эффект такого приглушения. Следующий это 808 бас. Вот он еще один 808 бас, он точно такой же, но только на другой дорожке. Следующий это у нас Crash. Следующий это Snare. И последний у нас это еще один клэп. Он обычный, можно сказать. Но он из драм-кита Славы Мерлоу. Ну что ж, посмотрим теперь, какой трек на самом деле у меня получился. Даже не трек, а бит. Посмотрим, какой бит у меня получился. Поехали.
ж, я надеюсь, вам понравилось это видео. Если так, то поставь лайк и подпишись на канал. Всем бай-бай. Иксот, я жду тебя в этом видео. Оставь хоть один комментарий.